Так, ну что, мы с вами находимся в городе Смоленске. Сегодня я покажу вам Успенский собор. Высота его 69 метров, поэтому с какой бы стороны вы не въезжали в город, обязательно увидите парящий над Смоленском бело-бирюзовый храм. И это второй Успенский собор на Соборной горе. Первый храм был заложен в 1101 году Владимиром Мономахом. Это был первый каменный храм в Смоленске. Простоял он до начала 17 века. Был взорван поляками во время осады города. Величественный многострадальный собор пережил много нелегких времен. Учитывая его расположение на западных рубежах Отечества, он мог бы уже не раз быть разрушен. Но даже враги понимали, что такую жемчужину уничтожать нельзя. Собор уцелел при пожаре 1812 года. Наполеон приставил к собору охрану, и его приказ выполнялся столь ответственно, что последнего часового сняли уже русские солдаты, освободившие Смоленск. Спасибо.